Моави и Маниту – коллекция книг, состоящая из трех томов. Том 1. Тканы и свиток народа родников, рассказывающий, как Моави, маленький Завриан, создал горячий источник. Кажется, разные абзацы написаны поэтами разных эпох. Легенды гласят, что в глубоком прошлом на землях Натлана нашли приют гигантские гордые драконы, которые здесь чувствовали себя очень вольготно. В те времена люди Натлана еще не собрались в племена, а драконы были куда больше и горделивее нынешних заврианов. Так же, как и современные люди, древние драконы разделились на племена, во главе каждого из которых стояла матриарх. Тогда на земле еще не было горячих источников, не было спокойных и кристально чистых, словно самоцветы, озер. Да, разумеется, тогда не было шумных бродячих певцов и флегматичных поэтов, прославляющих источники. Тогда на Алой Земле, населенной гигантскими драконами, жил один юный дракон. Про таких обычно говорят белая ворона. Высокомерные драконы ни в грош не ставили прочих живых существ, будь то небесные посланники или жалкие людишки. Древняя война не подточила их авторитет, даже наоборот, еще больше укрепила их упрямство и гордость. Однако тот юный дракон отличался от остальной стаи. Он очень любил слушать песни Маниту и тайком наблюдать за жизнью людей. Его звали Моави, что на древнем языке, который уже давно забыт, значило «связь». Юный Моави не застал эпоху древней войны и не понимал, какие добродетели выделяют драконий род среди прочего мира. Он считал, что красота прохладной лунной ночи и теплые тени красных скал заслуживали куда большего внимания. Такому лентяю не место во дворце священного дракона. Слабый юнец должен стать яростным и честолюбивым, как пристало любому дракону. Матриарх приказала юному Моави покинуть племя, чтобы стать настоящим драконом, чтобы сердце его очерствело, стало жестким и гордым, словно обсидиан, честолюбивым, не знающим жалости. Том 2. И вот Моави отправился в одиночестве бродить по бескрайним алым землям. Как и полагалось настоящему дракону, он должен был пройти испытания палящим солнцем и бесплодной пустошью, чтобы обрести честолюбие и ярость, взрастить в своем сердце гордость и достоинство. Маниту, вместе с которым Моави раньше наслаждался непорочным миром снов, последовал за ним, чтобы пройти путь обретения ярости. Моави больше не был одинок. Моави отправился на восток, к высоким горам, укутанным серной дымкой. Добравшись до ущелья, он нашел там шахту, в которой царила непроглядная тьма. Моави увидел своих сородичей, искавших в горах сияющие кристаллы, и громко их поприветствовал. Но услышал в ответ лишь собственное эхо. Оказалось, живущие здесь драконы привыкли к тишине и спокойствию и деградировали до уровня ящериц, что ползают меж скал и камней. Ярости здесь не найти. Моави пожал плечами и покинул ущелье. Теперь он отправился на запад, к вымершему мрачному лесу. Он прошел мимо останков своих предков и отдал им дань уважения, как сделал бы каждый дракон. Моави приблизился к величественному дворцу, оплетенному густыми ветвями, и громко поприветствовал сородичей, что свободно парили в небе, но в ответ услышал лишь легкий шелест ветра и шуршание листвы. Оказалось, живущие здесь драконы привыкли к тишине и спокойствию и деградировали до уровня птиц, что молча летают по небу в поисках пищи. Ярость не обрести, гоняясь за лесными кабанами. Моави пожал плечами и покинул это место. Он отправился на юг к бурым степям, где пересохли все реки. Мимо осколков старой мечты, мимо разбитых надежд юности, мимо ожиданий предков, не выдержавших испытания временем и поблекших. Моави пересек гиблую землю, затянутую туманом, и увидел своих сородичей. Они крепко спали, окутанные туманом. Моави громко поприветствовал сородичей. Они тепло ответили ему и пригласили вместе с ними окунуться в прекрасные сны. «Оставайся с нами, гости с далеких земель. Оставайся в нашем мире грез, вместе с нами ты будешь творить прошлое и настоящее. Оставайся в нашем мире грез и мечтай о прекрасном будущем вместе с нами». Славное прошлое и будущее драконьего рода засияли, осененные чудесным светом грез.
Моави почти полностью растворился во сне, как вдруг его разбудила песня друга. «Ярость не найти в мире грез». Моави пожал плечами и покинул это место. Он отправился на север, к неизведанному краю земли. Он прошел мимо дельты лавовой реки, пересек знойную молчаливую пустошь, прошел через земли, где плясали пылающие духи, и зашел в холодные обсидиановые врата. Наконец Моави и его спутник предстали перед высоким троном мудрого дракона. «Юное дитя, что привело тебя ко мне?» — ласково спросил Моави мудрый дракон, не веря своим глазам. «Я полагал, что война с небесами ожесточила сердца моих собратьев. Полные ненависти, они уже не в состоянии внимать моим советам. Но я и подумать не мог, что сегодня ко мне придет юный сородич. Так скажи мне, чего ты хочешь? Быть может, я смогу нарушить заведенный порядок и помочь тебе». И тогда Моави рассказал мудрому дракону о том, что ему довелось пережить. О грезах, которыми он дорожил, о прохладных лунных ночах, о теплых тенях на красных скалах, о песнях Маниту. Рассказал о том, как матриарх драконьего племени выгнала его и отправила на поиски ярости. «Дитя мое, ты так наивен и безрассуден. Я не могу дать того, о чем ты просишь. Тебе лучше уйти. Ярости, которую ты так ищешь, здесь нет и подавно». Мудрый дракон закрыл обсидиановые врата и больше не отвечал на вопросы Моави. Том 3. Обсидиановые врата закрылись, и Моави пошел ни с чем в освояси. Во время спуска с горы его верный спутник, Маниту, лишившись света и тепла вдали от богатой флагистоном земли, сделался бледно-серым, словно пепел, и песнь его звучала все тише и невнятнее. Расстроенный Моави отчаянно искал способ спасти своего спутника. Но обсидиановые ворота оставались плотно закрыты. Мудрый дракон больше не хотел видеть своего юного сородича. «Брось меня в серный пруд, предай мое тело холодной пучине», — услышал Моави голос Маниту. И пусть Маниту не умел разговаривать, но Моави об этом не знал и решил исполнить желание друга. Моави и сам не знал, как долго он скитался, сколько соблазнительных миражей разрушил, сколько опасностей преодолел, прежде чем вышел к серным водоемам и горячим источникам. Тогда те земли были непригодны для жизни. Любой, кто оказывался там, покрывался ожогами от ядовитых серных испарений, а плоть его разъедала кипящая кислота. Однако случилось чудо, когда Моави окунул тело своего друга в серный водоем, кипящая кислота превратилась в чистый родник. И первые поэты нашего племени родились именно из чистого источника. Как говорят у нас, среди Мецтли, поэты-исказители рождаются из серы, ибо их слова обжигают сильнее пламени. Так юный Моави создал первый горячий источник в Натлане. И Моави поселился близ горячего источника. Его лапы с острыми когтями превратились в прекрасные обтекаемые плавники, тонкое тело округлилось, а сам он стал первым в мире кохолозавром. Конечно, Моави всегда помнил о Маниту. Разве он мог забыть своего лучшего друга, который сопровождал его в таком рискованном приключении? Моави научил всех людей, родившихся у родников, песням, которые сам когда-то слышал и знал. Верно, те люди и есть наши предки. И все песни, унаследованные нашим племенем Мецтли, есть отголоски той древней эпохи.